Их по праву можно назвать добровольцами. Те, кто на общественных началах участвует в жизни города, собрались в зале театра драмы. Были также и те, кто за многолетнюю службу заслужил звание почетного жителя Уссурийска. Сегодня мы чествуем лучших жителей нашего Уссурийского городского округа, самых активных жителей. Это, естественно, почетные жители Уссурийского городского округа, это работники органов ТОС. Хочется сказать огромное спасибо. Они проявляют заботу о наших гражданах, заботятся о городе, делают его красивее, лучше. В награду за вклад в развитие общественного движения активисты получили благодарности и почетные грамоты. Кто-то в коллективной деятельности уже много лет, и труд их не остается незамеченным. Наша общественная деятельность связана с тем, что мы как бы стараемся сделать жизнь вокруг лучше, красивее, чтобы людям нести добро, что-то приятное. Есть среди активистов и те, кто много работает с молодежью. Патриотические занятия, воспитание у подростков, уважение к памяти предков. Нередко такую ответственность добровольно берут на себя ветераны военной службы. Мы участвовали в субботнике, мемориал, где захоронены все погибшие участники боевых действий Афганистана. Также мы обновили мемориальные доски погибших афганцев, посещали... В День матери ходили, посещали матерей, которые погибших афганцев. Отдельно поздравляли особую категорию горожан. Это ветераны производства, пенсионеры сферы образования и органов правопорядка. За многолетний труд на пользу общества они были удостоены звания почетного жителя города. Вся моя трудовая деятельность была связана с Уссурийским локомотиво-ремонтным заводом, где я последние, наверное, 18 лет проработал руководителем этого предприятия. Вы знаете, такие мероприятия надо проводить. Это поддержка для городского населения от лица власти и обратная связь. Были награждены почти полсотни общественных активистов и 17 почетных граждан города. После торжественной части гостей ждал фуршет, а также спектакль артистов Уссурийского театра драмы. Ирина Мигунова, Евгений Михайлов, Игорь Антонов. Телемикс.